Минеральный бассейн не пустует ни дня. Вода, добытая из тюменских недр, богата йодом и бромом, содержит магний и кремний, благодаря чему может лечить. Помощь хорошую оказывает для здоровья. Чтобы не на таблетках жить, лучше уж. Вот минеральной водой. В отделении физиотерапии на водные процедуры приходит каждый второй пациент. За месяц расходуется несколько тысяч литров целебной жидкости. Минеральные ванны лечат суставы и нервы, орошение болезни лор органов, а минеральным паром исцеляют легкие. Микроэлементы проникают сквозь поры кожи и оказывают свое волшебное воздействие. Однако купаться всем и каждому не всегда полезно. Минеральные воды запретны при онкологии, кожных болезнях, высокой температуре и обострении заболеваний. Если какие-то есть подозрения на что-то подобное, конечно, необходимо посоветоваться с врачом. Эта скважина с минеральной водой находится в самом центре Тюмени. Дата ее основания – 1967 год. Но вообще-то наши минеральные воды прославились целебными свойствами еще до революции. Основатель Александровского училища Иван Словцов в свое время взял пробы вод под Тюменью и Камышловом и отправил их известному химику Дмитрию Ивановичу Менделееву. Проведенный анализ подтвердил полезные свойства. Сейчас минералку можно купить в любом магазине, и в каждой аптеке ее используют для утоления жажды и употребляют в качестве обычных напитков. Но у врачей на этот счет мнение другое. Можно вызвать не только обострение желчекаменной болезни, то есть вызвать образование камней, но и закупорка протоков, что достаточно серьезно. Она воздействует на наш обмен веществ. И если у пациента есть какие-то сопутствующие заболевания, сосудов, сахарный диабет, это тоже может быть очень опасно. Чтобы не довести до болезни, в минеральном составе воды надо уметь разбираться. Столовые воды с минерализацией до 5 могут быть полезны перед едой. Прием более активных с коэффициентом выше 5,15 стоит согласовать с врачом. С осторожностью минеральную воду прописывают детям. А вот газированной увлекаться вообще не советуют. Юлия Сауляк, Сергей Женаков, Тюменское время.